Здравствуйте. Значит, здесь 20 миллиграмм. Он вот открывается отсюда. Они вот в таких пакетиках. Корейский бренд Puriderm. Это с зеленым чаем и глиной. Он хорошо успокаивает, подтягивает. После чистки тоже хорошо делать. Омолаживает тоже, увлажняет. Это с календулой. Тоже открывается вот отсюда. Для проблемной кожи тоже хорошо действует. С цветками календулы, экстракт и глина. Здесь есть еще у нас Ordinary. Это маска салициловая, 2%. Здесь 50 миллиграмм. Тоже на продажу. Значит, цена. Если там 7 манат написано, можете за 7 купить. Ничего, 7 манат стоит. Это стоит 22 маната. Вот такие. Потом есть у нас 20 миллиграммовые очищающие гидрофиль. Нет, это крем, коллаген. Это очищающее гидрофильное масло. Это пороочищающая peel-off mask, которую наносишь, потом она высыхает и вытягиваешь из пор черной точки. Это патчи под глаза, они материальчатые, но они очень хорошо увлажняют кожу. Можно во время процедуры тоже использовать. Это у нас масочки с картошкой, это с гиалуронкой, это отбеливающая маска. Это у нас маска золота, массажная, ее наносишь, потом как медовый массаж делаешь. Можно под аппарат тоже работать, под RF-лифтинг. Это с зеленым чаем маска, она значит вот такая будет бубл маска, набухать будет, очищать поры, увлажнять, омолаживать. Это с бубл маска тоже с вулканической глиной. Это с углем тоже очищающая маска. Это материальчатые маски с натуральным хлопком. Из натурального хлопка коллаген. Вот это все. Эти маски 3 маната стоят. Вот эти вот. Эти тоже 3 маната. Это стоит 5 манат с золотом. Остальные. Хотя я не сказала. Эти каждый пакетик стоит. Они стоят, по-моему, 8 манат. 8. И 8 манат. Так что вот.